Я не вижу ничего. Ничего ж не видно. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в Doors. Хоррор-игра, которая сделана внутри Roblox. И да, я никогда не играл в Roblox до этого. Впервые захожу вот сейчас. И мне сказали, что Doors — отменный хоррор. Я не могу позволить, чтобы хорошие вещи проходили мимо Евгения. И как в случае с Майнкрафтом когда-то, я решился в него поиграть. И много прикольных с вами видосов мы выпустили. Так и почему бы не дать шанс и этому поиграть со мной, с нами. Играем. Мы заходим в комнату на одного игрока. Я не делал себе аватара, кстати говоря, ибо я вот сейчас первый раз зашел в эту игру. Будем смотреть, что там. Да что там может быть? Мы уже столько с вами хорроров прошли, и вряд ли это заставит меня... Так, надо что-то с сенсой делать, ибо жуть. Но жуть не в том плане, что страшно, а страшно такой сенсой управлять. Погодите, сейчас мы все сделаем. Очень-очень громко. Вот, прекрасно. Ну что, давайте попробуем выйти отсюда. А, вот, нажмите И, жмем. Все, мы здесь. А под такую музыку вообще хорроры стоит делать? Стоп. Вот, внезапно атмосфера сделалась. Внезапно настала, как будто бы это просто игра. Что? Хорошо, суть в том, чтобы открыть дверь и... И чё? Что-то будет с дверьми, короче, связано. Итак, звоночек. Мы в каком-то отеле, кажется, или это что? Что? Пс. Кто сказал пс? Кто сказал? А! Я вижу ключ. Здесь можно присесть и встать, чтобы забрать ключ. Отлично. 0001 комната. Надо теперь найти эту комнату, и, видимо, это как бы главная цель игры. А нет, это вот, это прямо здесь. Надо удерживать. Блин, я играю человечком Лего в хоррор-игре. Такого еще у нас не было, друзья. Однако месяц хорроров продолжается, и кто знает. Оу, блин, мы здесь будем прятаться от... А теперь я не могу отсюда выбраться, кстати говоря. Кто-то идет? Кто-то идет. И шуметь начало. О, сердце колотится. Кто-то выпнул меня из шкафа. И типа, и не входи написано. А, если я буду прятаться, меня, короче, будут выпинывать оттуда через какое-то время, да? То есть, погодите. И мне их ХП сняло. Но как мне выйти-то? А, вот, все. Это меня просто, видимо, научили, что здесь долго сидеть нельзя. Иначе будет больно. Больно моей заднице. И заодно мне ХП еще отняли, чтобы я судорожно искал... Опа, карандаш. А что выпало? Что-то выпало же. Деньги я забрал. Я забрал деньги? Тут есть валюта в игре. Для чего это мне? Сразу говорю, я вообще ничего про Roblox не знаю. Вообще, то есть, от слова совсем. Я всегда был мимо. Проходил... Как выйти? Непонятно, как выйти до сих пор. Всегда проходил мимо этой игры. И всего, что там было. Но сейчас я решил, почему бы и нет. И поэтому я ничего не знаю. Даже если буду говорить чушь, не серчайте на меня, потому что я фиг знает. Так, этот конверт взять нельзя. Это все нельзя взять. Окей, хорошо. У нас теперь есть свет, если вдруг мы попадем в темное помещение. Здесь забито. Хорошо, нам, видимо, нужен молоток. Или я не знаю что. Я думаю, здесь очень нужно лутать всякие шкафчики. Может быть, какой-то полезный предмет мы найдем. Окей. Здесь пока все окей. Здесь ничего страшного нету. Но стильно очень сделано, мне нравится. Стильные хорроры. Так, дверь 006. Дверь 007. Блин, напоминает мне, знаете что? Spooky House of Jump Scare. Помните, мы играли в эту игру? Вот плейлист, зайдите, это были угарные прохождения. Очень рекомендую вам посмотреть, проникнуться атмосферой. Так, еще денег мы взяли. Еще денег. О, да! Восьмая дверь, мы уже зашли богачами с 35 баксами. Робаксами, да? Правильно сказал? Чтобы на всякий случай. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, неплохо. Чтобы вы понимали, неважно какая игра, если там присутствуют кошки и мышки, выходим, пора выходить. Если присутствуют кошки и мышки, я обсираюсь. Просто нахрен! You died! Вы подохли. Ладно, хорошо.
Все, что вы... Используйте все, что вы выучили из Раша. Смотрите, мы достигли двери номер 9. Это правда как Spooky House of Jumpscare. Давайте попробуем снова. Какая здесь веселая музыка в начале. Я совсем не ожидал, что в итоге начнется довольно-таки добротный, как мне и сказали, хоррор. И правда, ну тут есть что-то. Особенно элемент прятаться, как я уже сказал. Для меня это всегда очень нервозно. И отсылает меня к детству, на самом деле, когда, знаете, играешь... в «Казаки-разбойники» или что-то в таком духе, в прятки. Все это, в общем, очень весело и очень много чувств тебе доставляет, много прекрасных эмоций. Что ж, нам нельзя долго засиживаться в одном месте, и при этом нужно смотреть, как эта тварь себя ведет. Она туда-сюда патрулирует. Ой, а чё я? Погодите, мне же надо исследовать. Кстати, а как ускоряться? Тут, по-моему, даже ускоряться нельзя, и прыгать сейчас нельзя. То есть только присесть и только идти вперед. И даже атаковать никак нельзя. А это что за дверь? Смотрите. Ключ от двери номер 4. Иногда бывает, что двери закрыты. Я думал, только первая дверь будет открыта. Точнее, закрыта, чтобы ее нужно было открыть. О, я понял. То есть какой-то момент. Будет летать монстр. И нам нужно будет жать кнопку, чтобы открыть дверь. Опа, нет, я сюда не пойду. А туда нельзя. То есть нужно будет подгадывать хорошо тайминги, чтобы успеть открыть дверь, отпереть замок, и чтобы еще тебя монстр не поймал. Он очень быстрый. Ладно, давайте все вот эти вот... Абсолютно все шкафчики нужно открыть, чтобы забрать все деньги. Тут целая куча шкафчиков. Стоп, 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 я тебя видел. Фонарь, фонарь, фонарь. Да господи. Итак... Фонарь. Взяли. И, кстати, у него батарейки есть, так что не юзаем его просто так. Хорошо. Здесь все окей, пусто. И здесь, по-моему, еще был. Нет, все. Только я не понял. Вот я нажал на фонарь, а он... Ага, я понял. Надо еще будет мышкой нажать. Деньги. Найс. Хорошо, что деньги он сам берет. Таким образом, я не пропущу точно никаких денег. Итак, что это за... Эта картинка называется «Последняя пицца-вечеринка». А потом она во что переросла? Даже не хочу знать. Пиццу бы сейчас сожрал. Вот это я точно знаю. О, no. Слушаем внимательно. Итак, кстати говоря, уже... Что, я сдох? Она настигла меня? Так я же зашел, вроде как. Неужели не успел? И непонятно, откуда эта штука на меня пошла. Обращайте внимание на маленькие улики, которые могут... Раш — это монстр, короче. Обращайте внимание на маленькие улики, которые могут помочь вам понять, когда Раш появляется. Блин, ну это же прекрасно. Все, что нужно игре, это вызвать азарт у игрока. Не то, чтобы там просто... История, иди изучай историю. А просто именно геймплейная составляющая. Здесь нужно добраться до максимально дальней двери. И у меня уже азарт есть. И главное не попасться этому монстру. Очень прикольно, очень реиграбельно, на мой взгляд. Хорошо, забираем ключ. Давайте попробуем. Мы в этот раз дошли до 10-й двери. Но я могу больше, я уверен. Должны быть какие-то намеки, подсказки, чтобы мы понимали, когда монстр приближается. Пока что это только звук, если честно. Звуковые подсказки были. Там дверь закрыта. Стоп, там дверь открыта. Я, конечно же, туда схожу, но она очень неприятно выглядит. А, нет. Там заклинило. Туда нельзя. Есть ли какие-то еще подсказки? Который будет намекать нам на приближение монстра. Что дают мне эти деньги? Вот это не понимаю. Вот я собрал 30. И 24 каких-то... Знаю, что это пробка. Давайте посмотрим в окно. Блин, молния. Неприятно. Интересно, здесь будет такое, что нам нужно будет выбрать одну из дверей? Опа, вот это новости. Какой-то рычаг. Для чего мы... Обратно.
Обратно уже нельзя. Так, 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 это интересно. Куда же нас... Куда же нас здесь ведет? И что от нас хотят? Фу, блин. Для чего этот рычаг-то нужен был, я так и не понял. Стоп, идет! О! Хорошо, вы... Смогли открыть ачивку! Мы ушли с дороги. Как нам выйти? Да, все, выйти. Мы услышали его и сообразили, что делать. Ай да мы молодцы. Итак, что это? Ключ. Прекрасно. Ой, здесь тоже можно спрятаться. Монстр сюда может прийти? Так, что это такое? Это зажигалочка. Это очень хорошо. За это спасибо. Это деньги. За это еще больше спасибо. Только я что-то не понимаю, где этими деньгами расплачиваться здесь. А это что? Под кровать? Здесь нас тоже будут наказывать? Слышите? Оно же идет. Здесь нас тоже будут наказывать за то, что мы долго под кроватью сидим? Да. Мы выжили. Кажется, он ушел. Идем отсюда. А, да. Все открыл, да? Блин, открывайся. Да вы че? Что-то не так. А, у меня в руках была зажигалка, получается, да? В этом весь прикол. Нет денег. Это самый большой ужас для меня, когда нет денег. Денег дай. Дай мне денег срочно. Это знак, это знак. Или нет? Нет, кажется, все окей. Давай, зажигалка, включайся. Здесь очень темно. Ну его нафиг! А, становится темно, когда я захожу именно. Можно ли зажечь камин? А вон та самая дверь, которая нам нужна. Что? Полыхающий человек называется эта картинка. Ой, много шкафов. Так много шкафов. Все окей, мы можем идти дальше. Ну, белиссимо. Стоп, а это что за дверь? Ага, это выломанная дверь. Здесь нам ничего не нужно искать. Хорошо, продолжаем. Итого же, кстати, 15-я дверь. Вот это рекорд. И еще одна зажигалка. А, мы заправили, получается, свою зажигалку. Здорово. И заправились деньжатами. Что это? Слитки золотые. Ох, нифига себе тут сокровища. Продолжаем. 16-я дверь. Здесь негде прятаться. Разве что... Что это такое? Вот сюда нам нужно идти. Ползти. Это как бы мы уже в новой комнате? Нет. Дверь 17-я, вот. Эта картина называется Cam of Man. Что такое Cam? Не понимаю, камера сокращенная или что-то другое? Опа, машинка. Это чтобы сохраниться, как в резике? Или нет? Нет. Это, наверное, просто так поклацать. Это знак. Кстати, нафиг. Ага, он просто пролетает мимо, и все. И какого-то фига я зажигалку держал все время включенной в светлых комнатах. И в итоге она почти что полностью израсходовалась. Это нельзя делать. 20-е. Прекрасно, идем. Двадцать вторая. Интересно. Страна открылась. Интересно, что у нас еще ждет дальше здесь? Пока ничего такого. Смотрите, просто дверь без номера. И еще одна просто дверь без номера. Это все еще одна комната. О, блин. Давай. Черт, вот зажигалка плохо работает. Хорошо, рычаги нужно нажимать.
Раз они есть, я их нажму. Но зачем? Все, я понял. Выходим обратно. Там мы что-то поднимаем. Какую-то решетку, видимо, да? Вот здесь, справа. Да, мы открываем вот эту решеточную дверь. 25-е. Какого? Я не вижу ничего. Ничего ж не видно. Ай, блин, черт. Срань. Как я не ожидал этого. Ладно, хорошо. Нет! Быстрей! И он весь свет нам запоганил, испортил просто. Теперь что делать? Вот что теперь делать? У нас нету зажигалки. Мы, кстати, уже вроде как даже и были в такой комнате похожей. Вот это пс. Когда говорят пс, значит скоро нас напугают. Будем знать. Только не понял, что это за штука была. Ой, какой большой коридор. Сидите, спрятаться, это хорошо. Да дайте мне какую-нибудь зажигалку, фонарь, что-нибудь такое, пожалуйста. Просто идем. 31 уже. Так, это библиотека. И здесь снова рычаг. Это прям копия. Осторожнее, блин. Не надо, не надо, не надо. Это копия той комнаты, в которой мы уже с вами были. Только полки немножко иначе расположены. Кто-то стучался. Нет. Нет. Нет, 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 ешь. Ты чё? Ты чё? Ты чё такое? Я ничего не вижу, ребят. Так плохо. Мне очень плохо. О, глаза повсюду смотрят. О, это здорово, мне нравится. А можно подойти к глазу и потрогать? Нет. Что это был за звук? Возможно, это звук, как глаза открываются. Ой, мы слышим, как они моргают. Опа, отлично, два стола. А может быть, я собираю деньги, как бы... Что? Нет! Нет! Нет, 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 нет! Ой! Прыгать или что? Прыгать или что? Прыгать! Гоп! Понял, понял, понял. Присесть, присесть, присесть. Так, хорошо, присели. Быстрей! Я не был готов! А, нас поймал Сик. Офигенно! Офигенно. Ладно, из-за того, что я не знал, что надо присесть, я проиграл. Так бы я от него точно убежал. Мне очень понравилось. Давайте еще разочек попробуем. Берем ключ и готовимся к забегу всей нашей жизни. Открывай. Мы дошли до 30 какой-то двери. 31-й, что ли? А сейчас мы должны побить этот рекорд и обязательно должны убежать от Сика. С Рашем мы уже справились. Так получается, в этой игре будет добавляться еще куча других монстров. Но это чисто как Spooky House of Jumpscare. Еще раз, обязательно посмотрите это прохождение, оно было очень клевым. Такое же, знаете, интригующее каждый раз. Ты не знаешь, куда ты придешь. Все эти комнаты. Но игра явно взяла вдохновение оттуда. Вдохновение, точнее. Это что, камера? А, нет, это лампочка. Оу, вот такого у нас еще не было. Такая большая лестница. Это, знаете, как будто бы катсцена из второго Silent Hill'а. Где мы с Анджелой общались. Джеймс с Анджелой общался последний раз. Только эта лестница еще была в огне. Кстати, кто играл во второй Silent Hill? Я знаю, что меня смотрят не только ребята моего возраста, но еще и гораздо помладше. И я, ребята, вам советую. Ну, даже вы не застали хайпа этой игры еще. Но я вам советую обязательно поиграть. Вот если в какую игру и нужно поиграть из серии Silent Hill, то это Silent Hill 2. Потому что, ну, она потрясающая. Потрясающий отпечаток накладывает на вас после прохождения. Очень много мыслей, очень много эмоций. Это просто шедевр, что сказать. Просто прекрасный творческий кусочек. Опа, зажигалка, прекрасно.
Пока что ее не используем, только когда... Стоп, мы ж ключ не нашли. Мы ж ключ не нашли. Какого фига я пошел? Обычно он лежал на кровати, но теперь он где-то в другом месте. Может ли он быть под кроватью? А, нет, он может быть просто вот он. А я могу взять? Да, взял. Как-то не подсвечен был сначала почему-то. Так, а как эта картина называется? Рожа разноцветная? Квадранты. Квадранты называется. Храм. Все, давайте открываем. И идем. О, нет. О, нет! Быстрей! Жутковато. И дверь мне открыл сам. Ай, молодец какой. Все эти чертовы деньги. Собираем их, собираем. Возможно, это для именно... Не знаю, аккаунта Роблокса моего самого. Простите, ребята, я вообще не шарю за эту игру. И за все это комьюнити. Я не знаю, первый раз здесь. Чтоб вы понимали. И не бомбили на меня. Окей, нам обязательно нужно будет, мне кажется, зайти сюда. Но сюда нельзя зайти. Можно было изначально догадаться, ведь там нет дверной ручки. Но я не подумал и не посмотрел. Итак, это что такое? Marbles. Marbles. Я забыл, что это как переводится. Что это? ХП? Вот и новое что-то. Да, это ХП. А что у нас отнимает ХП? Пугалки, я так понимаю, да? Нет! Нет-нет-нет, пс. Пс, не надо мне. Откуда этот пс был? Отлично, 16-я дверь, а мы все еще живы. Какая здесь дрянь меня ждет? Тут явно будет что-то новое. Или они просто нагнетают. Просто нагнетают. Скорее всего. Я слышу звук. Так, погодите. Мы же можем наверняка как-то здесь протиснуться, да? Нет. Мы должны выбить это стекло. Нет, мы должны просто протиснуться, ведь кто-то уже выбил его до нас. Пустая комната. Это радует. Так бы всегда. Отлично, это тоже очень короткая комната. И это. Да пошел ты! Стоп, кто? Пс. О, нет. Нет, где здесь прятаться, если что? Я же ничего не вижу. Ни хрена же не видно. Что? Где? Где? Стоп, а вот. Ой, дышит. Вот бы он не дышал. Спасибо. Да, блин, снова темное все. Тут есть где спрятаться. Ладно, идем. Есть! Светло. Ух! О, я так и думал, так и знал. Так и знал. Ох, живы. Так, зажигалка не нужна. Экономим. А вот здесь нужна. А, нет-нет-нет, все-все, убери ее. Все хорошо, фига мы вышибли. Просто ногой вперед. Слышите? Вы что это? Вот, большая комната чисто залутаться. Вряд ли здесь будет какой-то враг. Денежки. От, хорошо. По монетке с миру, по копеечке соберем. Какие-то любовные письма. Нет, не любовные письма, это просто письма. Восковая печать очень похожа просто на сердечко была. Окей, и вот еще один. И еще, да, два еще получается. Здесь везде есть куча бабла. Мы уже 200 с вами золотых собрали. Все. Можно идти дальше. Ну как бы было бы хорошо, если бы они еще какой-нибудь дополнительный полезный лут бы дали. О, нет. Пожалуйста, свет. Спасибо. Пожалуйста. Блин, саунд-дизайн хороший здесь.
как мило. Outlier. Фиг его знает, что это значит. Проходим дальше. Не. Плохо. Я же ничего не вижу. О, боже мой, я думал, это летит, а я не знаю, куда прятаться. О, нет. Да господи. А, вышли. Ух. Скоро полетит на меня, я чувствую. Например, вот сейчас. Обратно нет? Обратно нет. А помните, как он летал туда-сюда? О, сколько он дверей открыл. Он просто А, нет, я думал, он кусок двери вышиб просто. Так. О, камин. Уютная атмосфера. Мне нравится, когда, знаете, такая внезапная смена атмосферы. От уютного, но при этом все равно страшного, до неуютного и... О, самого! Что я должен сделать? Нельзя смотреть, да, судя по всему? Да! Просто не смотрим на него. Опа. Можно сюда смотреть, за это не наказывают. Тихо, 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 тихо. А, как это круто! 33-й! Черт! Ага, мы выжили. Глаз. Глаз начался. Просто идем. Света мне! Елки зеленые! Сейчас будет сикер! Вот скоро, и нужно будет бежать. Не забываем приседать и вставать. Да, все, отрепетировали. Он будет сейчас. Ой, блин, это, фу, я думал, кто-то бежит на меня. Это глаза просто открылись. А, ладно. А. Да, пожалуйста, свет. Свет. Кстати говоря, можем выпить. Что это нам дало? Восстановление, да? Это все стало другое. Широкий угол такой. Сейчас оно будет. Сейчас вот оно начнется. 37-я комната впереди. Да! Вот ты говна кусок. Давай, 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 давай. Есть. Отлично, умница. Где, 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 где? Сюда. Че ты подлагиваешь мне? Ой. Вот этого я не знал. Здесь я не готов еще. А! Сюда, она подсвечивается. Все, ползи. Умница. Куда? Сюда? А есть правильно, неправильно? Нет, в любую сторону можно. О, блин! Ой, пнули. Пнули, пнули. Осторожней. Пожалуйста! Есть! А, хорошо. Так, это можно открыть? Это все можно открыть. Вы можете бегать, это ачивка. Но вы не можете убежать от сика. Хорошо, это забавно не сделали. Тут, получается, мы можем во всех этих комнатах залутаться. Стоп, давайте не торопиться. Давайте не будем торопиться и все это осмотрим. Начнем вот с этой двери. Зажигалка. Ну, прекрасно. Тут, возможно, где-то еще и ключ. Я не увидел, там дверь с замком или нет. И, кстати, может ли здесь появиться Rush? И знаете что? Что там еще нас ждет? Вот что непонятно. Вот что вопрос. Какая еще тварина? О, я думаю, они как-то придумают, чем меня напугать. И чем нервишки мне пощекотать. Ну, это здорово. Я очень жду встречи. Деньги, деньги, деньги. Грязные деньги. Все подсовывайте мне. Разве это значимо сейчас? Что? Что это? Пластырь? О, да, меня подлечило. Оказывается, меня покоцало знатно. Ведь я подгорел, да. Это просто часы. Ничего не взять с них. Блин, я ни на секунду не жалею, что решился поиграть в эту игру. Мне весело. Мне прям реально весело в нее играть. И мы уже, кстати, на рекорд пошли. Так что... опа, ключ, кстати говоря. То есть, значит, в любом случае я победитель уже. Вот. Вот так я порешил.
Здесь. Еще здесь можно посмотреть. Мне бы еще хпшечку. Вот это мне точно нужно. Так, давайте засейвимся, наверное. Ну, я так считаю, что мы сейвимся. Ладно, давайте дальше посмотрим, что нас ждет. Оу, опять куча комнат. Зачем столько комнат? Оу, и комнаты, переходящие в комнаты? А, нет, они в коридоры ведут. Мы, естественно, должны все залутать обязательно. Потому что денег много не бывает. И пластыри тоже. Окей, здесь все. Все взяли. Ничего. Смотрите, мы уже собрали $460. Будем считать, что это доллары. Что? Что? Это не просто так. Во-первых, ключ. Во-вторых, что-то здесь есть. Что это? Я не понял, что это было, но мне не понравилось. Да не то открываешь ты. И вот здесь еще один стол. Хорош. Так, последняя комната, идем дальше. А вот и все. Да, мы все залутали. 44-я комната. А сколько здесь? Тут есть конец? Или тоже 1000, может быть? Или просто бесконечно? А что не подобрал ту? Странно. Всегда подбирать надо. На автомате. Окей. Сейчас скоро будет раш. Прям гарантирую. Идем. А. Нет, 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 нет. Пошёл ты. Нет! Перестаньте. Это очень неприятно. Где я? Что за комната? Здесь должен быть рычаг где-то. Хотелось бы найти его очень быстро и уйти отсюда поскорее. Мне здесь нечего делать. Здесь отстойно. Моя психика требует, чтобы я отсюда срочно убежал. А, нет. И туда пошел. А куда же я должен был пойти? Да блин. Ба! Куда идти-то? Где выход? Нет! А, вот дверь. Ну, здорово. Класс! Ладно, хотя бы мы вышли. О! Это мне нравится. Все, идем дальше. Светло! Эй, как хорошо. Есть шкаф здесь? Шкаф есть. Пластырь! А! Блин! Фу! Встретьте Тимати! Спасибо. Ладно, хорошо. Это хорошо. Они со мной так гадко очень поступили. Что за звук опять? Ключ! Окей, а здесь... Стоп, зажигалочка. Опять какой-то звук такой волшебный немножечко. Немножечко как будто волшебник сейчас придет. А что такое? А, зажигалка не работает, господи, я кто-то взял, у меня же ключ должен быть. Что? 50. А теперь что делать? Что? Куда он пошел? Что это значит? Что мне? Он слепой, он туп... Не видит? Книжку взял какую-то. Крестик-нолик? Чего? Черт, как это странно! Ладно, идем отсюда. Зачем нам крестик-нолик? Что это значит? Он идет сюда. Он меня видит! Ой, как мне отсюда убежать? Хорошо, 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 хорошо.
Все нормально? Он что, упал? Ты споткнулся? Дверь! Что надо сделать? Я не знаю! Выйди! Хорошо, ответ в книгах. Я не помню, что за крестик-нолик, для чего это надо. Ответ мы найдем в книгах по-любому. Где-то здесь. Куда он ушел? А, вон он. Я вижу. Вижу, там подсказка есть. Нам нужен пароль. Я не помню, для чего крестик, а для чего нолик. Осторожней, 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 осторожней. Он меня видит вообще непонятно или как? Что? Ага. Быстрее отсюда! Гаденыш видит меня или как? Оп! Пуп! Четко видит! Скорее! Он где-то прям справа. Все, выходим, давайте выйдем. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 4. Ничего. Так. 1, 2, 3, 4. Что? Короче, 2, 4. Что-то я не понял. Извините. Ладно, сейчас пусть уйдет отсюда. Почему он прям идет ко мне как-то? Нафиг надо. Что? Там был шестигранник, да, который как бы двойку изображает, судя по всему. Где эта штука? Куда идет? Куда идет? Что-то он ускорился. Иди отсюда. В книгах есть. Первый был крестик-нолик. А крестик-нолик там был или нет? Короче, мы должны в книгах узнать. 0-4. Что? Я чувствую себя очень тупым. Ну уж простите. Вот, смотрите. 0-9. 4. А, 4-9. То есть, ладно, давайте сейчас все цифры увидим, а потом поймем, какая там последовательность должна быть у них. 1. Звездочка 1. Стоп, звездочка это 1. Здесь была еще одна книга. Стой, не иди сюда, пожалуйста. Не иди, не иди. О-о-о-о. Тихо. Окей. Внезапная механика новая, к которой я был почти не готов, но смог совладать с собой и понять, что делать. Есть! Все. Все, не запаниковал. А, смотрите! Вон у меня слева внизу отобразилось. Может быть, ты уже уйдешь? Может быть, спасибо, господи. Все, он ушел в ту сторону. Итак, крестик, пятиугольник, четырехугольник и звездочка. Так, значит... Получается, треугольник. Треугольник это 1. Мы еще не нашли. Еще нужно найти. Пожалуйста, не иди сюда только. Заклинаю! Сволочь! Опа-опа-опа, он пытается... Фига себе!
обойти пытается такой весь. Уп! Слушайте, он очень умный, кажется, да? Мне нужно вот в этот ряд зайти обязательно. Блин. Ну что ты? Ты, блин! Стой, 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 стой. А что за глобус? Я не знаю, для чего глобус. Стой! Не трогай меня! Нет, нет! Как он меня догоняет обязательно? Короче, нужно прятаться от него точно. А, ладно. Здесь, да, я немножко замешкался. Он не может видеть, но он использует звук и вибрации. Когда я иду, он реагирует. Все. Очень здорово, друзья. Но в целом, я думаю, на сегодня с меня хватит. Было очень круто. Если хотите, чтобы я поиграл еще в эту игру вместе с вами, то пишите об этом в комментариях. И на самом деле, я так понял, что в Роблоксе существует клевое сообщество людей, которые делают крутые и не очень штуки внутри этой вселенной, да, скажем так. Поэтому я много чего оттуда не знаю. Если есть какие-то прикольные другие игры в этой штуке, можете мне советовать. Не обязательно хорроры, но, может быть, просто интересные, в которых фаново играть, советуйте мне. И мы будем с вами в это играть. Ну, а на этом мы закончим с вами, друзья. С вами был Юджин. Не забывайте про все мои соцсети. Подписывайтесь на мой Дискорд, на мой Телеграм-канал. Подпишитесь на канал. И, кстати, друзья, многие из вас не включили все уведомления. Вот вы подписаны на канал, но вы не получаете уведомления, потому что вот посмотрите на статистику, как мало людей включили уведомления. Поэтому проверьте, друзья, если вы хотите получать мои видосы, проверьте, как оно там. Все ли у вас включено. Огромное всем спасибо, друзья. С вами был Юджин и всем пять!